всем. Вот такая вот для вас мотивация с Бали или Бали. Кто подписан на меня в Instagram, это видео уже видели. Это мое первое видео с рабочего дрона. И для первого раза, я думаю, у меня неплохо получилось. Итак, в этом видео будет очень важная тема. Пожалуйста, досмотрите его до конца. Я вам расскажу, как с наемного работника превратиться в предпринимателя. Как кардинально изменить свое мышление. И все буду говорить на своем опыте. Но перед тем, как мы начнем, я вас всех хочу поблагодарить за поддержку. Огромное вам спасибо. Я вижу это количество лайков, я вижу комментарии, я вижу ваши отзывы. Блин, народ, это реально меня очень мотивирует. Я помню, когда я начинал, когда у меня там было 200 просмотров в неделю, и было 80% дизлайков и 20% лайков. И как это все вот менялось, как менялись люди, как менялось мое мышление, как менялось ваше мышление. И сейчас у меня 90% лайков и всего лишь 10% дизлайков. Народ, огромное вам спасибо. Люди, мол, мне пишут, не останавливайся. Конечно, я не буду останавливаться. Это мой образ, это мой стиль жизни. И мне нравится то, чем я занимаюсь. И вот сейчас я вам дам первый урок. Это урок для хейтеров, для обычных людей, для предпринимателей. Да просто этот урок для всех. Как сделать так, чтобы быть первым в своем деле? Знаете, что нужно? Просто делать качественно, просто делать с душой, народ, и все. Вот хейтеры даже не представляют, что не нужно ничего накручивать, никаких лайков, никаких комментариев. Просто делайте качественно, просто делайте с душой, и люди к вам потянутся. Люди сами будут писать комментарии, и вы будете первым в своем деле. Вот и все. Это такой простой секрет, но его почему-то никто не делает. Люди хотят как-то схитрить, как-то быстро к этому дойти, но ничего быстро не бывает. Это все будет постепенно, но если вы на протяжении своей карьеры будете делать просто качественный продукт, просто давать людям что-то полезное, просто делать все с душой, к вам потянутся люди. Вот и все. Второй секрет. Будьте простым, будьте таким, какой вы есть. Не пытайтесь никого копировать. Поначалу я тоже пытался там кого-то копировать, пытался как-то выделиться, но потом понял, что если я буду собой, все у меня получится. Вот это вот самое важное. Будьте, народ, собой. Я обычный парень, который переехал с провинции в столицу, поступил в универ, бухал в общежитии, ходил на стройку, работал грузчиком, но меня такая жизнь не устраивала. И я захотел что-то изменить в своей жизни. И теперь вот вы видите, каким я стал. И теперь я этим с вами делюсь, и плюс я на этом зарабатываю деньги. Вот и все. Но разве, народ, это не круто? Вот скажите. Я вот за эту неделю с любимой посетил две бизнес-конференции. Первая — это бизнес-концентрат, вторая — это лаборатория онлайн-бизнеса. Народ, и вы не представляете, как это круто. Это то, что заставляет меня двигаться дальше. Во-первых, спросите себя, чего я больше не хочу в своей жизни, чего я больше не собираюсь делать. Чего я больше не хочу допускать в своей жизни. Потому что я пытался делать больше, больше, and больше, I needed больше. To simplify what I was doing. Но на самом деле мне нужно было все упростить. Слишком много всего происходило, но мне пришлось свести это все к одному. I was in the accessory business. Я занимался тем, что на самом деле не является необходимым. So an accessory is something that you cancel when money gets tight. То, что является необходимым, это то, чего вы отказываетесь, как только у вас заканчиваются деньги. У меня не было времени вообще. Я монтировал видео, я давал сигналы, я сидел на этих конференциях, я спал по 3-4 часа. И знаете, что меня поразило? А то, что я был счастлив намного больше, чем когда я был на Мальдивах или на Бали. Вот представляете? Я ходил на конференции и ощущал какую-то такую, не знаю, энергию. Мне так это нравилось. Просто занимаюсь любимым делом, просто развиваюсь. Когда слушаешь со сцены долларовых миллионеров, долларовых миллиардеров, и ты понимаешь, что ты хочешь двигаться дальше, и ты понимаешь, что ты хочешь добиться чего-то большего. Вот почему миллионеры, миллионеры, вот почему миллиардеры, миллиардеры, потому что они этим живут, они делают то, что нравится. Вот сейчас люди говорят, зачем там, например, Трамп полез в политику, он миллиардер. Жил бы себе на острове, летал бы себе туда-сюда на частных самолетах, попивал бы коктейль, получал бы там по миллиону долларов в день и ни за что бы не парился. Но нет, ему нужно было бы полезть в политику. Зачем он это сделал? Да потому что ему это нравится, он этим живет. Это для него отдых, это для него целая жизнь. Он просто этим живет, ему безумно это нравится. Он может проводить на работе по 10 часов, по, блин, 20 часов, и он не будет считать, что это работа. Вам нужно найти дело по душе, делать то, что вам нравится, то, что у вас получается, то, что вы любите, тогда у вас будет получаться хорошая продукция.
Я не говорю, что если вы будете заниматься любимым делом, вы неминуемо станете богатыми. Но я говорю, что если вы будете заниматься любимым делом, большая вероятность, что вы создадите продукт, за который люди заплатят с удовольствием. Тогда вы неминуемо станете богатыми. Почему Уоррен Баффет, у которого там состояние, я не знаю, сколько у него состояние там сейчас, 70 миллиардов долларов, ездит каждый день на работу, работает, посещает какие-то бизнес-форумы, посещает какие-то благотворительные фонды? Да он этим живет, ему просто это нравится. Он миллиардер, он может себе купить 30 частных самолетов, в каждой стране поставить, они будут к нему там летать, перевозить его на разные острова. И все, у него вся жизнь удалась. Но ему это не интересно. Он живет простой, обычной жизнью, потому что ему это нравится. И вот если вы будете поступать так же, вы тоже, блин, станете миллиардером или миллионером. Это же так просто. Так что, народ, какой я теперь вам дам совет? Посещайте разные встречи, посещайте разные бизнес-форумы, платные и бесплатные. Люди, которые говорят, что вот, мол, у меня сейчас нету денег, посещать платные, посещайте бесплатные, их просто очень-очень много. И скептики сейчас могут сказать, ну вот ты какую-то такую информацию нам непонятную даешь, ну это все понятно. Но никто из вас не посещал бизнес-встречи, бизнес-форумы, вы не представляете даже как там, как вы можете говорить, просто попробуйте. Вот когда вы посетите парочку таких бизнес-форумов, вы просто будете искать другие, вы просто будете получать такую энергию, такой заряд, вы будете получать столько мыслей взамен. Я вот когда был на этих форумах, я исписал целый блокнот, и у меня там столько идей, реально на миллион долларов. И эти идеи просто вот валяются, их просто бери, поднимай и делай деньги, бери, поднимай, делай деньги. Это оказывается теперь так просто. Почему я раньше к этому не мог додуматься? Потому что я раньше искал не там, где нужно, потому что я раньше общался не с теми людьми. Если вы хотите найти грибы, вы идете в лес, ну или куда там, в супермаркет, да? Но если вы хотите найти биткоин, вы идете в интернет. Вы не идете в лес за биткоином. Вот и все. Это же так просто и так элементарно. То, что ваша мечта, ваше видение, ваша абсолютно субъективная картинка станет реальностью. Это не будет завтра. Это не будет легко. Вы тоже посидеете балаганом. Но если вы верите, у вас все получится. Теперь, как поступал я, когда у меня не было денег? Я жадно ходил на все бизнес-встречи, на все бесплатные, потому что их очень много. Я ходил на все бесплатные встречи по Форексу. Они просто впаривали свой Форекс и тем самым приглашали бесплатно людей. Как это все у них происходит? Сначала они тебя приглашают и там начинают про мотивацию, про успех, как управлять деньгами, как управлять инвестициями. Очень полезная информация. Столько книг они мне там посоветовали. И потом в конце они говорят, если вот вы хотите инвестировать и жить по-другому, переходите к нам на Форекс и покупайте наш курс, мы там с вами свяжемся. Но это не важно. Я уже получил тот заряд и ту мотивацию. Я у них этот курс, блин, не купил. Я ходил на очень много бесплатных тренингов. И везде что-то впаривали. В основном бесплатные тренинги, они что-то впаривают. Но не важно. Там есть очень полезная информация, как управлять своей жизнью, как управлять своим временем, финансами, что такое маркетинг. На все эти встречи я ходил. И у вас просто мозг, вот не знаю, будет кипеть, будет разрываться от этих идей. Вот вы не представляете. То есть, если вы хотите изменить свою жизнь, посещайте такие встречи. Если вы сейчас наемный рабочий, вам нужно перейти в другой круг. Народ, это очень важно. Это очень просто сделать. Просто в гугле прописали, нашли, пошли. Прописали, нашли, пошли. Просто тратьте на это время. И у вас будет кардинально меняться мышление. Если вы хотите получить биткоин, вы идете в интернет, а не в лес. Вот и все. Когда я был вот на лаборатории бизнеса, когда я был вот на бизнес-концентрате, там было по 4000 человек. И вот с них... наемных рабочих, которые хотят изменить свою жизнь, было только там 10%. Все остальные там 3500 это предприниматели, это люди, которые занимаются чисто своим делом. Вот представляете, какая там энергия, представляете, какие там мысли. Когда вы придете туда, вы не услышите таких мыслей. Блин, какая у нас хреновая власть. Блин, мне зарплату задерживают, блин, мой начальник мудак. Нет, там про такое не говорят. Там говорят, как увеличить свои доходы, как добиться результата. Там обмениваются своими контактами и создают что-то новое, что-то глобальное. Вот куда вам нужно. Еще что я понял, все то время, что я потратил на вот эти вот встречи, на вот эти вот конференции, это лучшее вложение денег и времени. Лучшее, потому что оно в будущем не столько принесло результата. Я не думал, что это все я буду применять и сейчас только зарабатывать денег. Это благодаря тем встречам, тем форумам и тем, конечно же, книгам, которые мне советовали и которые я читал и развивался. Вот благодаря чему все это. Бизнесмен каждый день
начинает свой день с контроля конкретных, понятных, функциональных, информативных метрик. У каждого из вас должна быть метрика, которую вы контролируете каждый день. Вы должны просыпаться и не лезть в Инстаграм, смотреть, кто где, в каком Монако, с какими тёлками танцевал до утра. Это неинтересно, это вчерашний день. Каждое утро рекомендую начинать с четкой, понятной, информативной метрики, которая говорит о том, есть ли у вас деньги для того, чтобы поехать туда, к тем, кому вы так завидуете в Инстаграме. Вот когда я был на бизнес-концентрации, на лаборатории онлайн-бизнеса, там выступал один человек, почти долларовый миллиардер. Он занимается водкой. И вот ему задают вопрос, как он справляется с критикой, потому что не приходят же люди к нему и не говорят: «Блин, у тебя очень классная водка, она изменила нашу жизнь». Нет, такое ему не говорят. Я торгую на сайтах, на которых люди теряют деньги, на которых очень легко потерять деньги. И вот люди меня в этом винят. А люди есть, которые продают водку, которые продают сигареты. От водки, от сигарет люди умирают. От бинарок, слава богу, еще никто не умер. И вот этот человек сказал: просто делайте качественно свой бизнес. Просто никому не врите. Просто будьте публичны. И все те продукты, которые мы сейчас имеем, они в той или иной мере кому-то нужны, если эти продукты сейчас существуют. В этом нету ничего плохого. Достаточно просто изменить отношения, достаточно просто изменить мышление. То есть все дело в людях, потому что если отец будет лежать на диване, пить водку и говорить сыну: иди занимайся спортом, ничего хорошего не получится. То есть, а люди винят других. Понимаете, как происходит? Берете любого человека и задаете ему вопрос: где и как он видит себя через 5 лет. Через 5 лет обычно люди отвечают: я хочу учить детей в лучших школах, университетах мира, я хочу дом у моря, я хочу Мерседес кабриолет. Отлично, говорите вы. Образование стоит 100 тысяч долларов в год, 150 тысяч долларов стоит отличная машина, миллион долларов стоит дом. Правильно? Правильно. Это 5 лет? Правильно? Правильно. Это 60 месяцев? Так, да. Разделите эту сумму на 60 месяцев. Сколько получается? Это получается гораздо меньше того, что ты, уважаемый, зарабатываешь сейчас. Я научу тебя, как через 5 лет быть в этом замечательном доме. Твои дети находятся на обучении в лучших школах мира. А инвестиция в детей – это самая лучшая инвестиция, которая может быть. И как ты перемещаешься к работе на замечательном Мерседесе за 150 тысяч долларов в кабриолете? Визуализируй это, посмотри на это внимательно, представь, какой должен быть дом, какой будет вид из окна. Представь себе, какого цвета будет машина, какой марки, какая музыка в ней будет играть. Все это вот тут. Но для тебя сейчас плохие известия. Для того, чтобы быть там, где ты мечтаешь, тебе придется ускориться на 200-300%. Сейчас, кстати, у меня вот на канале происходят большие изменения. Я создал новую рубрику, в которой я чисто торгую наживо. Вот люди просили записывать чисто торговлю, и людям это очень нравится. Я очень прислушиваюсь к вашим мнениям. Я не просто так вот снимаю все эти видео. Народ, я очень серьезно к этому отношусь. Даже когда я снимаю живую торговлю, я снимаю анализ, я собираю в комментариях все вопросы, которые вам интересны, подготавливаю на них ответы, ну как, просто выписываю себе как бы план. Торгую и вам отвечаю на эти вопросы, что вас интересует. И сейчас мне люди говорили, чтобы я торговал на свечном графике. Да, сейчас я буду торговать на свечном графике, потому что вам это интересно. То есть очень важно всегда прислушиваться к зрителю, к потребителю, к клиенту, неважно, что у вас там. Это для вас еще один урок. Как говорил Карнеги, я уже там точно не помню, я люблю мороженое там с клубникой, но когда я иду на рыбалку, я беру червей. Блогерство и бизнес совместимо? Я думаю, что да. Но оно совместимо в том плане, что они зависят друг от друга, так или иначе, в будущем. Так что теперь на канале будет больше торговли, конечно же, будет больше мотивации. Я подготавливаю для вас новые видео, конечно же, будет качественный народ-контент. И мне, народ, это безумно нравится. Вот сейчас просто для вас снимаю видео, просто я вот сейчас кайфую. Вот просто занимаюсь тем, чем мне нравится. Я не работаю. Люди мне задают: ты работаешь? Нет, я занимаюсь любовью. Вот и все. Ну и напоследок я хотел бы с вами поговорить о своем сайте. Во-первых, я хотел бы перед вами извиниться за такую вот задержку. Вот я не знал, что так получится. Вот во всем, конечно же, виноват я, но я попал на такую недобросовестную контору, которая просто ничего не делает. Я им заплатил, народ, деньги,
контракт я прочитал вот кое-как, и там не было сроков, там ничего не было. Они мне обещали, все там клялись, сделать все до Нового года. Представляете, до Нового года. И сайт до сих пор не готов. И они просто придумывают какие-то отговорки. Говорят, у меня там капсула слетела, говорят, еще там что-то, мол, не могут ничего мне сделать. То есть меня это вообще не должно волновать. Вы мне должны сделать сайт. Вот на такую народ недобросовестную контору я попал. Первый раз я попадаю вообще в такую ситуацию. Сейчас я решаю вопрос с директором. И вот когда будет готов сайт, я уже вам не хочу просто врать. Я, народ, честно говоря, не знаю, когда он будет готов. Знаете, вот еще вам дам сейчас один урок. Сначала сделайте, а потом говорите. А я вас сначала сказал, и теперь не успеваю по срокам. Вот никогда так не делайте. Вы сделайте что-то крутое, а потом удивите зрителей. Вот это будет круто. А вот так как я вот поступил, видите, некрасиво получилось. Я думал, что все будет четко, я людям этим доверился, я пришел к ним в офис, все было классно, мы подписали контракт, они мне все обещали сделают, все было очень красиво, но потом на деле, они все начали морозиться и работы не было. Вот такая вот ситуация. Не выполняем микрообещания. Бывает такое, что подошел к вам какой-то ваш там топ-менеджер или кто-то, и вы ему что-то пообещали, а потом не сделали. Поднимите руку, у кого такое было? Или сотрудникам пообещали и не сделали? Да, на самом деле вас здесь гораздо больше в этом зале. Вы иногда даже неосознанно это делаете. Но сейчас, конечно же, я вот выделю на это все время и уже буду разговаривать с ними совсем по-другому. Если нет, потом будет суд. Если нет, я видеоблогер, и я могу испортить им так репутацию, что у них не будет ни одного заказа. И потом они мне будут названивать, и потом я уже не буду брать трубку и буду говорить: ребята, нужно было поступать по-человечески. Вот люди этого не понимают. И вот еще один для вас секрет, еще один закон успеха. Народ, почему нельзя просто сделать качественно, просто сделать хорошо свою работу и все? У нас этого сейчас нету, вообще в странах СНГ сейчас этого нету. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес был успешен, если вы хотите переплюнуть конкурентов, просто выполните свои все обязательства, вот и все. И вам не нужно никаких скидок, и вам не нужно никакой рекламы дорогой покупать. Просто качественно выполняйте свою работу. Если есть сроки, выполните сроки. Если есть определенные обязательства, выполните все и даже чуть больше. И тогда люди о вас будут говорить, и тогда люди будут вас советовать. И не нужно будет никакой рекламы, на это нужно время. Но это, народ, работает, и работало во все года и во все века. Нужно стараться превзойти ожидания клиента, реально помочь потребителю. Дать им больше, а не меньше. Когда потребитель понимает, что он для тебя важен, он становится долгосрочным твоим потребителем. Итак, на этом я с вами буду прощаться. Я думаю, вы для себя подчеркнули с этого видео очень много полезных фишек. Они такие простые, очень простые, но их почему-то вообще никто не делает. Просто делайте все эти вещи, и вы будете успешны. Вот и все. Народ, подпишитесь сейчас на мой канал, потому что это для меня огромная мотивация выпускать для вас новые видео. Также подписывайтесь в Инстаграм, в Телеграм, все ссылки в описании. Добро пожаловать в мою бесплатную закрытую группу по заработку. Первая ссылка в описании. Так что, народ, будьте просты, будьте честны и просто качественно выполняйте свои обязательства. Вот и все. И вы будете успешны. Всем удачи, всем пока. Какой является основным бюджетонаполняющим? Я думаю, что это логистика и сувениры. Производство сувениров в Китае, поставка в Россию. Какой оборот у бизнеса сувениров в Китае в деньгах? Ну, примерно 15 миллионов долларов в год. Какая маржа? Хороший вопрос, я точно не знаю. Предприниматель Портнягин не знает маржу в своем бизнесе? Да. Это мы вынесем в анонс. Жестко, да, сегодня? Я хочу предупредить всех, теплой ванны тут не будет. Это еще только начало. Да, я не считаю, что это важно. Какая ваша цель, придя на YouTube и снимая сейчас вот то, что мы делаем, и там, вы говорите, заголовок будет, Портнягин, там, трансформатор не знает свои маржи. Какая ваша цель всего того, что сейчас происходит? Это вопрос? Это вопрос. Я извиняюсь, напоминаю, это проект Big Money, вопросы здесь задаю я. Нет, я...
Я думаю, что диалог это хорошо. То есть в любом случае, если у меня есть вопрос к вам, я вас не знаю, например. И я только из-за того, что я вас уважаю, я пришел сегодня на эту сцену. Отлично, вот. Круто. Чтобы мне дальше продолжить отвечать на ваши вопросы, мне нужно понять просто, какая ваша цель, придя в медийное пространство. Доказать всем, что вы круты, что действительно вы миллиардер, и чтобы это как-то, чтобы люди сказали и вас узнавали на улице, или это что? Или это безопасность, чтобы не пришли и вас не нахлобучили в один момент? Скажите честно, вашу цель, зачем вы пришли на YouTube? Социальная нагрузка. Что такое социальная нагрузка? Социальная нагрузка – это когда все то, что я знаю, чтобы эти ребята не тратились на eBay, они получили от меня бесплатно.